Зимняя весна. Погода неприятно удивила сегодня жителей Братска. Сначала на город обрушился мощный снегопад. Метель началась утром и затянулась на несколько часов. Сугробы, правда, не выросли, но дороги и тротуары оказались под снежным покровом. К вечеру вьюга сменилась сильным ветром. Его порывы достигали 16 метров в секунду. В итоге в одном из домов разрушился балкон. Сначала на прохожих посыпались стекла, а потом и часть парапета обошлось без пострадавших. Синоптики предупредили горожан, что в ближайшие сутки погода в этой части Иркутской области не улучшится. Ночью снова ожидается снег с дождем. На дорогах будет скользко.